И всем привет, с вами команда. Познакомьтесь. Всем привет. Мы играем на Skyblock. Да, сегодня мы играем на Skyblock. Это вторая серия, мы продолжаем. В прошлой серии мы сделали такой домик шикарный. Да, Ситл сделал такой домик. Тут я раздел много местности за кадром и вначале писал обсидиан. И теперь мы его не можем брать. Мы потеряли лаву, но для этого мы сегодня должны как минимум найти 16 красителя. Я на вармайн. Пацаны, давайте дом еще один. Нам хватит один. А ты возьми меч и иди за зомби. Пока убивать. А я умереть. В общем-то, мы расскажем вам, в чем суть. Мы создали план Cloud Move, кто будет в него вступить, добавляйтесь ко мне в скайп, я расскажу, что надо делать, чтобы вы были в нашем плане. Мы с мистером Джейкобом представители клана, создатели клана. Железо. Я хочу тебе железка, ты мой родной. Так, все, я вернулся. Блин, почему? О, у нас не есть. О, как он там? Только один пока что. И сегодня я сделаю ферму пшеницы, морковки и... Опа, рестарт. Я у кого-то железо спер. Нормально. Опа. О, еще нам везет сегодня на цветочки на желтые. Круто. Сколько нам там 16 штучек надо, да? Булыжник я также буду собирать, потому что из булыжника делается... В общем, из булыжника там можно много чего сделать. В общем-то, железо можно купить из булыжника и дерева. Короче, у нас уже есть 4, нам осталось еще 6 штучек собрать. 6 штучек. Я еще нашел. Нам еще попался. Там с тобой, короче, везет сегодня. Да, вообще везуха. Самое главное сейчас бы не умереть. Опа, еще железо. Так, у нас 6 цветочков есть. Да, фига. Так, Три старт. Опа. Это мое благодарство. Да ты дебил! А, нет, красавчик. Вообще красавчик. Да, все, больше не выпало пока что. Никит, знаешь, сколько у меня уже красителя? Сколько? 14 штук. Нам 14 штук. Все, 16 штук. У нас 16 штук. А зачем это нам? Я забыл. Лава нам нужна. Лавы. А, теперь тебе нужна, значит, палочка. И ведро воды. Палочка и ведро воды? Да. Дай мне лучше все красители, я знаю, что там делать. Ок. Так, сейчас это поверхность. На тебе палочка и ведро воды. Мне давай. У нас же это, подожди, что. Так, ведро воды. Это что, ведро воды не делай? Что не делай, знаешь, что сейчас делай? Короче, сейчас это сделай у нас генератор воды, сейчас сделай его на еще одно ведро.
Дай. Я его скину. Дай. Генератор у меня. Дэн, дай ему. Да, дай ему вирус. Чего ты говоришь, Дэн? Что о чем говорил? Все, говори. Ну, тоже что говори. Говори все, что хочешь. О всем. Говори, какая сегодня погода, а то я на даче не знаю. У меня тут солнечно. Так, все, теперь бери ведро воды и все, и гна, и иди. Люди, давайте фильм сделаем, дачный сезон. Фильм все повезло, дачный сезон. Все, я на варп-шоп пошел. Так, я тоже варп-шоп. Ты пока что посмотри еще там, какие цены есть хорошие. Там, я узнал, откуда жемчуги это получать. Где ведро лавы покупать? Сейчас я все куплю у банкира. А я не туда пошел, у алхимика. Я дурак. Самая первая у алхимика. Вот. Так, значит, беру палочку ифрита. А теперь... Тарарарам. Все, у меня есть ведро лавы. Да, все? Отлично. Так, погнали домой. Так, я пошел. Наконец-то у нас есть ведро лавы. Так, стоп, где? Так, самое главное сейчас не ступить и сделать правильно, да? Дэн, дай мне еще одно ведро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ты что делаешь? Дэн, дай мне еще одно ведро. Я чуть не умер, у меня первый уровень. У меня тоже. И что? Блин, я сейчас дохну, я не могу выбраться. Как ты выбираешь, если у тебя есть дыхание? Блин, о, я лучше из них пишу, все. Так, все, это пахнется на свой. Да. Чего вы их алмазом копаете? Где мы их возьмем сейчас? Это алмазы. Они на Голдмайн. Там нет алмазов. Мы знаем, мы не можем найти их, да? Да. Нам не ведет. Ну ищите. Так, все, я очень хитрую схему. Я сделал очень хитрую и красивую схему. Вот. Копаем и все. Все, наконец-то у нас генератор булыжника есть. Все, наконец-то. Мы сделали это. На фортану. Дима, ты же все сделал, да? Так, я закончил. Теперь беру. Слушай, ты ферму-то расширяй. Дайте мне два. Кому? Ты расширяй дальше ферму. Дэн, бери ведро. Дэн, бери ведро. На. Я накидаю его вниз. Так. Какого хрена? Это у кого было? Это у меня. Так, все, наконец-то у нас все закончилось. Это жуткое время. А вот и продолжение. Жесть. Да нет, не опасность. Мне это, короче, на земля нужна. Слушай, да, и так делай. Да? И вот тут. Ну, ты не так дырочку делай, с той стороны еще вот это. И тут поставь, пожалуйста. И тут это. Это, Матуда, сделай. Света! А! Поставь время на микрофон на кнопку. Ока. Нет, я лучше... Я это не снимаю, я не это снимать пока что. Я лучше микрофон потише сделаю. Так нормально? Да. Вот. Это жопа. Так, вот мука есть? Есть. Так, У меня уже второй левел. Если нормально, да. Вот так, кстати, да?
Слушай, так, отойди. Я тут сейчас... Это, мотыга вот тут сделай. Подождите. Отойдите. Отойдите. Да, один модель я сделаю. Там что делать хочешь? Тут меня тоже не хватает. Тут вот этот блок надо сломать. Там лава. Слушай, нам это блоки нужны. Короче, нам надо это идти зомбаков убивать. Ну, не там опасно зомбаков убивать, ты можешь умереть. Так сходи, попробуй. Там можно сходить. Я пока что булыжника накопал. Это иди реально копай булыжника и вот тут обделывай. Накопай. Вот тут надо обделывать, чтобы это... Слушай, тростник посади. Тростники. Так. Сейчас я сделаю нормальную ферму. Дай мне мотыгу. Дай мне мотыгу. Дай мотыгу. Нет, я схему хочу делать. Нет, тогда дай мотыгу, пожалуйста, мне надо. Сейчас, я сейчас сделаю нормально. Так. Вот, все, спасибо. Арбузик ты забирай. Это, мне нужна, блин, я забыл, как он называется. Дайте мне земли, дайте мне одну земельку. Сейчас я знаю, как это. Я тебе дал землю. Ага, я вижу. Народ, мы все продолжаем. Если плохо будет слышно сейчас Ситлса, то извините, я смонтирую, попробую правильно. Так и вот его нормально слышать. Я могу погромче включить. Вот так нормально? Ага. Включай погромче. Я включил. Так, ладно, нужно вот так оставить для освещения. Так. Для освещения, чувак. Ну, я так же и хотел делать. Я специально так сделал. Мне ведро воды нет. Вот, все. Так, что, можно пока что так? Так, все готово. Давайте без камня запишем. Зачем вот это заделали? Все нормально, все. Ничего не трогайте просто. Вот сейчас все идеально. Все. Вообще, апупена. Все, теперь можно копать камень сколько хотите. Так, что теперь? Теперь у нас будет ферма. Так, ферма. Я лагнула. Так, это не сбудь. Я еще могу скопать 54 блока. Полублок поставь. Хотя нет, ничего ставить. Так.
Пол. У меня уже стак булыжника. Так, ну, мне, короче, мне надо булыжник. Сколько? У меня есть так и 20 булыжников. Короче, видишь, где вода, где вода? Видишь, у нас где вода, где у нас растет ферма, да? Да. Зачем? Вон там видишь воду, да? Да. Дай мне, короче, сам булыжник. Я сам делаю. Все. Подожди. Так я этот ограждение сейчас подберу. Так, а давайте лучше остров будем продолжать из булыжника. Ну дай мне булыжник, пожалуйста. Дай мне булыжник. А где ты? Нет. А, вот он ты. Сейчас я тебе дам булыжник. Давай, я буду. Так, самое главное, сейчас не грохнуться. Так я тебе дал? Нет. Дам. Кидай еще раз. Дай мой булыжник. Мой кашель. Ты не освещаешь, да, этот полуок убери. Да. Вот этот полуок убери, он не освещает, лава не освещает ничего. А какого фига он это не ставится? Кто? Блок. Тебя лагает. Тебя вообще жестко лагает. Так, все, продолжай. Давай ставь обратно. Опять. Вот так продолжай ставь. Да. Мне вот эту хрень надо закрыть. Какой? Водичку. Где ты? О, так. Чё, что ты делаешь? Чё, ты на месте перезадимешь? Ты на землю смотришь. Перезадимешь её. Дай один булыжник. Дай один булыжник. Дай один булыжник. Это мы. О, господи, это опять жестокие удары. Сейчас сделаю. Все. Нормально? Да. Теперь у меня не лагает, теперь я нормально хожу. Да, нормально. Давайте я пока факелов сделаю и всю ферму освещу. Что? Я сделаю факела и всю ферму освещу. Ага. Давай. Так, народ, все, я продолжаю. Так. У меня были жуткие лаги. Ох, ё-моё. Но теперь я пишу лист. Я теперь хожу домой. Так, нормально. Так. Ой, я поменяю, походу. Так, я должен туда пока что нужные вещи. Так. Ладно, так, что ты мне нужен? Я пошел в место. Вот. Так, у нас тут не все вообще офигенно сделано. Все очень круто и классно. Ну, ферму-то освещайте. Куда ты смог? Так. А чего вы ферму не осветили? Что сейчас освещу? Я этот факел делаю. Так, я хочу взять. Нет, это нет. Не то, что я хочу взять. Так.
Так. Ба. У меня есть такое. Ба. Так, народ, все, я продолжаю. И теперь я хочу поубивать зомбаков. Для того, чтобы мне нужна земля. Мне тоже нужна земля. Я пойду. Держите без земли. Опа. Это хорошо. Мне ой, козлы! Дай мне это три булыжника. Три булыжника. У меня нет. Я кирку. Ого! Нифига у меня вещей. Знаешь, что я поймал? Народ, короче, я сейчас поймал железную лопату, кирку, еще железный меч, 12 железной руды, 4 глины, 4 земли, железный слиток, песок, гнилая плоть и булыжник. Джейкоб, дай мне кирку железную. Железную на чудо. Сидите, камень кину. Я копать и пойду. Кого? А в этом, да? Да. В нашем бункере. А в бузике где? На, короче, я делом занят. А в бузике где? Не лагает? Нет. На. Сейчас, подожди, это. Что я еще взял? Да, я знаю. Так, сейчас я продолжу. Ты, короче, продолжай дом. Тут обделывать я тоже тут продолжаю. Так, три блока. Знаете что, я сейчас на метр отошел и все еще копаю. Так, сейчас я арбузы положу. Так, арбузик. Ладно, так, теперь что я теперь я возьму, положу, точнее, сплавлю железную руду, которая мне сейчас нужна, так, там есть. Какой ты использовал вообще? А вот, вот это все так подложу. Теперь я уже выжу лопату, меч, еще один меч, так. Теперь возьму костную муку, которая мне сейчас очень сильно пригодится для того, чтобы сделать мир побольше. Вырастить больше. Так. Всего лишь одна? Да нафиг. Ладно, короче, арбузик ты должен вырастить. Я хотел сделать... Народ, я поставлю, потому что там очень громкие звуки. Так. Покопайте кто-нибудь вместо меня. Давай, я. Я. Джейкоб, дай. Давай. Вы уже копали. Потом обделывайте. Я хочу копать. Ладно. Я тут пока крышу сделаю, окей? Вот этот блок сломайте. Дэн, вот этот блок сломай. Дэн, смотри, в блок посмотри. Влево посмотри. Не надо. Уже не надо. Джейкоб, человек ты вместе встал, ну ладно. Ладно, я тут буду копать, пока я не все, я продолжаю пока что. Давай. Быстрее. Так, 5, 6. 7. Так, 6. Какого хрена я плитку где-то сломал?
Сейчас я отправляю домой. Я, короче, где-то плитку сломал. Пацаны, где я плитку сломал? Где? Это я сломал. Да? Да, это я сломал. Так смотрите, я под нашим домом сделал такой типа бункер. Так, вот, да. Народ, это у нас, блин, бункер такой. Давай крышу заделаем, вот. Тут давайте вырубим вот это, уберем и поставим тут факел, вот, да. Нет, нет, нормальное освещение. Ну тут так есть освещение же. Так тут лава, вот это место именно освещает. Травку. А нафиг сюда, откуда ты берешь, у нас же последняя земля вот такая. А, ну ладно, если хочешь, меняй блоки, мне без разницы как-то. Оно все равно появится. Нужно хоть бы три блока оставить. Ну да, мы оставим блока три. Все, вот эти вот три блока оставим. У нас есть уже такая. Нет, все, вот это все. Четыре. Все, вот так вот оставляем, все, вот. Вот да. Если давайте наверху сейчас это вот тут расширим немного. Ферма, чтобы это нормально было. Сейчас ту сторону расширим. Вот тут. Хотя можешь и эту сторону расширять. Так нет, я просто ограждение типа такое сделаю. Делай, я пока вот тут блоки поставлю вот эти. Может, мне это нормально будет? Так, я еду возьму. Так. Иди, бери еду. У нас пока что уже один хабчик вырос. Я соберу пока что. Дайте этот. Так, посажу. Пять булыжника, дай. Да. Что? Пять булыжников. Пацаны, давайте на кого-то расширим ферму. Я просто плохо слышу цитрусов. Сейчас, да? Но я его тоже не очень хорошо слышу. Так, нормально. Да. Пацаны, давайте расширим ферму побольше. Я закончил. Он какая-то маленькая. Мне тоже стоит ферму, я привычаю. Не. Ну чувак, ну ты скоро сделал. Я на варм зомби. Я отправился. Я пошел зомбаков фигачить. Дай пушку. Да это много. Чё, по-другому, речь не до. А я тебя чё? На полтора сердечка. Да не нахуй. Я голову просто. Да. Я согласен с вами. Слушайте, а грибы можно выращивать, чтобы они выращивали больше были? Гнилой плоди пока появились. Да, грибы можно не целить. Не, они же, я думаю, что они, когда это, их садишь, они выращиваются, расплодяются, они еще один гриб дается. Да? Видите, я умею делать так, чтобы они росли без не цели. Ну, можем большой гриб сделать, конечно, но это, ну, оттуда грибы падают же, да? Или нет? Падают. А нафига нам подземелька? Так, пригодится, если что. Ну, хотя да. Может, там будет просто для красоты. Если будет прям очень много ресурсов, можно там склад сделать. Ну да. Народ, пишите в комментариях ачивки, какие нам выполнять ачивки, там, например, сделать ферму, там, например, сделать прямо коробку, или вон там еще. Да, один булыжник. Хотя нет, землю, дай мне. Да. Мне.
Блин, еще блок. А, да, я понял, я понял. Сади гриль. Так его сейчас не посадишь, там нужна темнота кромешная. Костную муку пока что сходи. Смотрите, что ли, горит? Так, стоп. Все. Ладно, свалил, все. Так, все, я гриб посадил. Так, мы на одном острове, мы развиваемся. Все. Нельзя друг другу. Да, мы не можем тут драться. Слушайте, нам, я видел там это, когда к зомбакам подходишь, там написано это, направо или налево там шахта была, написано шахта. Может сейчас гоняй туда? Так это варпмайн. Да? Да. Ладно, народ, нам дерево нужно, у нас мало дерева. Его вот иди. Все, я отхожу. Сейчас я ухожу тащи. Так, это я ухожу, да. О, вот сколько тут всякой хрени. Не нужно. Чей нужно. Так, давай. Так, я пойду куплю костную муку. Так, я народ дерево собираю, пока что. Так, все, у меня есть костная мука, иду на остров. Люди, этот гриб сразу вырос, офигеть. Собираем. Подождите. Стой, сито все на топовом. Чувак, так рукой он тоже ломается. На топовом грибы выпадают. Ну, рукой тоже мне два гриба выпало. У меня 100 грибов. Дай мне грибы, дай мне грибы, дай мне грибы, дай мне грибы. Так, все, народ, я дерево собрал. Так, все, я дерево собрал. У нас есть 400 грибов. Никому полезник один не нужен. Грибы! Я пошел цветочек собирать. А, у нас только это, такой гриб, нам надо другое что-то. Так дайте мне белый гриб. Нифига ты это делаешь? Пригодится. Да ну ладно, хватит. Мы уже снимаем 24 минуты, не можешь даже и больше. Валера, а я... Ну, нафига ты мне отдал? Я 34 минуты снимаю. Дай мне костную муку. Дай мне костную муку. Ну вот, я меньше тебя. Может, уже закончим? Дай мне костную муку, дай мне костную муку, дай мне костную муку. Я тебе отдал. Это, вот этот попробуй, это арбузик. Что, закончил? Да. Это одну морковку, пожалуйста, подписывай. Спасибо. Давай закончим серию уже. Сейчас.
Когда у меня закончится печатать, тогда я закончу. А, вот закончили. Давайте я брутально возьму лопату. Подождите. Наверх. У меня топорик. Дэн, давай, что ты, что это такое? Я думаю, сходить я покажу сюда. Ну стой! Ты близко. Давай, ставь. Так, все, давайте, давай. Погнали. Стоп, это кто? А, нет, это ты. У меня, казалось, это два ника. Так, какой хрен он уже тут? Ну и так, и мы на этом закончим. С вами Узарцуз 5, мистер Фанжи Р, а именно Дэн и мистер Джейкобс. Всем удачи и всем пока. Пока. Бэтмен.